В немецком Мюнстере теракт. Грузовик совершил наезд на людей, которые сидели на террасе одного из ресторанов в центре города. По предварительным данным, погибли 3 человека, еще более 40 получили травмы. Полиция также сообщает, что водитель авто покончил с собой. Сейчас место происшествия оцеплено полицией. Местных жителей просят не посещать центральную часть Мюнстера. Силовики не исключают, что в грузовике может быть взрывчатка. Есть и другая версия произошедшего. По данным одной из немецких газет, за рулем находился немец, который страдал тяжелым психическим расстройством.